Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 27 января 2021 года. На улице тепло, плюс 2 градуса тепла. Будем сейчас вместе с Дашенькой. Дашуля, поприветствуйся. Даша, во, поприветствуйся. И Потапушкой, да, высаживать мандарины. Вот столько насобирала я семян. Не высаживала их до тех пор, пока не проверила, как перезимовали мои саженцы, выращенные из косточки, мандарины. Я снимала вчера видео, у меня есть на канале. Буду высаживать 7. Так, как же мне вот это вот подписала? 26-го собиралась, но не посеяла. Менять не буду. Один день роли не сыграет. Так, землю хорошо пролила. Земля согретая, тепленькая. Проливала я кипятком, как всегда. Ну и разложу все. Здесь даже где-то у меня должны быть семечки и яблони. Но вот что-то не вон, кое-где. Те саженцы, которые я вам показывала, что у меня проросли 2 яблоночки, увы, я даже удалила видео. Мне мои вот эти вот красавцы скинули рассаду, и она погибла. Так что будем яблоню сажать повторно. Там штук 5 где-то должно быть зернышек, и я их посажу. Буду раскладывать. Положила я вот так семечки. Конечно, густо. Будет выбираться у меня штук 10 из всех этих. Самая хорошая рассада. Сейчас засыплю сверху землей. Засыпала я влажной землей. Сейчас вот закрою и поставлю пакет, потому что вот по краям здесь большие щели, чтобы не испарялась влага. Естественно, я буду проветривать каждый день. Обязательно нужно проветривать, потому что земля потом покроется плесенью, и семена могут погибнуть. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Еще хочу прорастить апельсины. Грубо говоря, никак не выберусь. Сколько покупали апельсины, не было косточек. И вот случайно мандарины, тоже не у всех есть косточки. Каким-то чудом мы купили, было очень много-много косточек. Мандарины были сладкие, но немножко была кислинка. Но мне понравился этот сорт. Сорт, правда, я не знаю какой. Буду пытаться вырастить у себя. Правда, Дашутка? Даша, моя старушка, ей уже 15 лет. Даша, и она нам принесет скоро приплод. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, я вам буду очень рада. До свидания, до новых встреч. Пока. Будем еще с вами сеять апельсины.